Точно включила звук. Привет, ребята! Как ваши дела сегодня? Я очень вдохновлена перед завтрашним днем. Напишите, пожалуйста, кто будет завтра на старте продаж Абэмани, кто будет завтра на вебинаре, кто будет завтра. Короче, напишите, пожалуйста, кто будет завтра на премьере. Я очень сильно рада вас видеть. Всем привет, я буду везде. И я иду на курс, поздравляю, поздравляю каждого, кто идет на курс. Это просто... О, я просто мечтаю, чтобы курс скорее начался. Просто это вообще моя любовь, любовь всей моей жизни. Так, ну что, начинаем смотреть вас. Начинаем разборы. Погнали. Давай вот social media expert Hamburg. Дарья Пимкина. Дарья, привет. Ой, очень, очень мне нравится, красиво. Смотрите, как красиво. Дарья, привет. Подключайся, если ты здесь. Пожалуйста, это твой суперзвездный час. Надеюсь, ты здесь. Подрубайся, подключайся, и будем делать разборы. Если нет, выберем другого человека. Надеюсь, Дарья здесь. Так, а какой сегодня день трансляции? Хрен знает, ребята. Просто хрен знает. Надо дать задание помощникам, чтобы они посчитали, какой сегодня день трансляции. Так, ну давай дальше тогда. Алена Тихомирова, таргетолог. Алена, таргетолог, давай, пожалуйста, если это ты, если ты здесь, пожалуйста, посмотри. И, пожалуйста, подключайся к нашему прямому эфиру. Так, если ты здесь. Сейчас буду дальше еще много людей выбирать, чтобы у нас сразу был вариант, кто будет. Так, о, Алена, привет. Ура, Алена подключилась. Привет, привет. Я тебе дала возможность говорить. Привет, 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 привет. 22-й день сегодня. О, 22-й день, понимаете? Привет, Алена. Слышно меня? Слышишь ты? Слышно меня? Ты можешь разговаривать. Я дала тебе звук, тебе нужно включить микрофон сейчас. Тебе нужно включить микрофон, чтобы мы с тобой могли Привет. поболтать. Привет, привет, привет. Привет, привет, привет. Ой, это Как так дела? неожиданно. Рассказывай, как нашаманила, рассказывай, как дела? А, дела потихонечку идут, куда-нибудь идут. Если Вот. бы меня спросили, как у меня дела, я бы сказала, пиздец, разъебываем очень быстро, все круто, вообще делаю кучу. Это характеризует твое мышление. Потихонечку. Ну да. Ну, Чуть-чуть. я в декрете, у Не особо. меня, да. Ничего. Мы особо не проявляемся. Мы особо, короче, не показываемся. Мы маленькие, мы незаметные, мы потихонечку. Ну да, потихонечку движемся. Так, а Вот. куда пишешь? Что хочешь? А, что хочу? Хочу выйти на стабильный заработок, но еще не Какой? все получается. А, хотя Смотри, Алена, бы... хочу сразу твою формулировку немножко под этот. У меня, например, нет стабильного заработка. То есть Ну вот. или хотя бы регулярный, ну А чтобы у меня нет регулярно. регулярного. У меня нет стабильного, у меня нет регулярного заработка. Вот сделала заработок, заебись, заработала 200 миллионов. Не сделала, нет, вообще никакие деньги не придут, никакого регулярного заработка не будет. Так что, мы регулярный хотим по 200 тысяч или мы хотим, ну, как бы денег просто? Денег. Потому что ты смотри, как ты формируешь мысль. Я хочу регулярный заработок. Супер, иди пойди на работу, устройся, там будет регулярный заработок. Ну да. Вот, так, давай дальше. Тогда сколько ты денег тогда хочешь? Тогда уже много. А много ты сколько? Смотри, когда ты смеешься над своими желаниями, ты подвергаешь их сомнению и говоришь о том, что это неправда, это нереально. Это все реально. Вот все, что ты сейчас скажешь в эфире, это реально, ты это получишь. И это не смешно, это правда. Я долларовый миллиардер. Мне не смешно, если это правда.
Это классно, на самом деле. Но я хочу зарабатывать хотя бы, вот, ну... Ох, ты прям клиента по мани, блядь, идеальный. Каждое твое слово просто, каждое слово. Я хочу зарабатывать хотя бы. Теперь, это... смотри, когда ты говоришь «хотя бы», ты предаешь себя. Когда ты создаешь «хотя бы», то есть слово «хотя бы», то ты сразу предаешь себя и понимаешь, что у тебя не будет того, чего ты хочешь. Потому что, смотри, вот у меня есть потенциал, например, да, стать голливудской звездой, но я говорю себе, стану хотя бы звездой в Рыбинске. Но мне с моим потенциалом будет очень сложно стать звездой в Рыбинске, потому что, чтобы стать там звездой, мне нужно, то есть я уже предала себя, и это уже, то есть, понимаешь, на своем пути очень легко. То есть, когда ты в своем масштабе, в своем пути, там все вообще легко, там все вообще идет само собой вообще легко. Но мы все знаем свой путь, мы все знаем свой масштаб, мы все знаем вообще все, но мы говорим, вот я все это знаю, но я хотя бы. То есть мы знаем свой путь, мы знаем свой масштаб, мы знаем свое предназначение, но мы такие, это все похрен, я себя предаю, пойду делать какую-нибудь маленькую неважную хуйню. Понимаешь? А как правильно говорить? Еще один момент. Нету как правильно. То есть вообще, смотри, вообще в целом мышление того, что есть как правильно, есть как неправильно, это вот на каких-то других курсах научат. Потому что у тебя есть тотальное понимание. То есть то, что я могу тебе сделать, это поменять мысли в твоей голове. И мысль твоя главная должна быть. Я масштабная, я великая, я тотальный свой огромный масштаб. И я признаю свой масштаб, я себя ни секундочку в своей жизни не предаю. Потому что ты сейчас всегда себя в жизни предаешь, понимаешь? Даже когда ты говоришь «хотя бы». Типа «хотя бы». То есть у тебя вот есть в голове масштаб определенный. Вот скажи, какой это масштаб? Ну, 150-300. А если еще больше? 500. А еще больше? А дальше надо расширяться. А что такое надо расширяться? Ну, надо быть готовым к большим объемам. Знаешь, как решается, что ты готова? Ты говоришь, я готова. Вот я себе сейчас каждое утро делаю денежную медитацию, я говорю, я готова к миллиарду, я готова к миллиарду, я готова, я готова, я готова. Просто каждое утро ты себе говоришь. И все, как разрешать? А ты, это еще синдром отложенной жизни, что, ну, вот сначала вот чуть-чуть, а потом много. Я после 50 тысяч рублей сразу заработала миллион, потом сразу 3, потом сразу 5, потом сразу 15. Понимаешь? То есть мне не нужно было там что-то долго-долго расширяться. Это тоже установка, мне нужно долго расширяться, я еще не готова. Но тебе сколько лет? Ты когда будешь готова? Понимаешь, можно сейчас все получить, можно сейчас быть готовой. Так, погнали дальше, рассказывай. Ну, давай, допустим, 500. Ну, допустим. Да. Опять же, давай вот честно, ты когда говоришь 500, ты себя предаешь или нет? Мне комфортно. Ну, вот на данный момент... Зачем тебе 500 тысяч? Что ты сделаешь на 500 тысяч? Закрою базовые потребности. Это что? Смотрите, вот эти ваши миленькие фразочки, закрой базовые потребности, а-ля, вот появится, это все синдром отложенной жизни, завтра про это будем говорить, вот опять, вот у меня появятся деньги, тогда я и разберусь, уж потратить, это дело несложное. Это, кстати, вы на Бэмане столкнетесь просто с этой темой, потому что потратить миллион легко, потратить два легко, даже 10 легко. Когда вам нужно будет потратить 50, 100, 200, вы просто поймете, что вы не знаете, на что. То есть это самая большая ошибка мозга считать, ну вот деньги появятся, я и буду знать, на что их потратить. Ну типа сейчас как бы зачем мне знать, на что потратить, если у меня их нет? Поэтому как появятся деньги, так и решу, на что потратить. Но так не работает. Так за что тебе нужны деньги, зачем? Чтобы я смогла обеспечить, во-первых, себя, вот, купить то, что я хочу.
Что ты хочешь? Убираем вообще все эти милые фразы. Я тебе говорю, конкретика давай. Что конкретно? Я хочу съехать от родителей, я хочу жить с детьми в отдельной квартире и быть предоставлена самой себе и кайфовать от жизни, чтобы отсутствовали вот эти определенные рамки, семейные, да, рамки, потому что у моей семьи свои правила, я хочу свои правила у себя в семье. И мне надо деньги для того, чтобы я могла кайфовать. А ты с мужем живешь или ты одна живешь? Я без мужа, но с родителями. Ну, у родителей, потому что мы разошлись. А сколько ты денег зарабатываешь? У меня раз на раз не приходится, то я могу заработать 30 тысяч, то 50 тысяч, то 100 тысяч. Ну, то есть, опять же, будет зависеть от того, сколько я уделю, ну, работе времени. А в каком ты городе живешь? В Москве. Сколько нужно денег, чтобы снять квартиру в Москве? Вообще любую. Я жила за 17 тысяч рублей с девочкой. Вообще зашибись. 2 года назад я жила в квартире в Москве за 17 тысяч рублей. Я тогда зарабатывала примерно так же, как и ты. Но с детьми так, то, что я хочу, и на меньше, как бы, не хотелось бы соглашаться, это 100 тысяч. Переезжаешь сейчас. Ну, то есть, опять же, то есть, понимаешь, ты, твоя проявленность, пока ты вот живешь, сколько тебе лет? 30. Офигеть, ты в 30 лет живешь с родителями. Смотри, в чем проблема. В том, что ты каждый день находишься в детской позиции. То есть, так как просто ты в такой расстановке, то есть, ты просто живешь в такой штуке, ты живешь в расстановке. И ты, получается, всегда живешь в детской позиции. В чем проблема детской позиции? У тебя никогда не будет денег. Потому что детям деньги не нужны. У них мама еду покупает. Папа еду покупает. Я покупаю. Еще ты родителей своих содержишь? Но чтобы не быть прям совсем в детской позиции, я покупаю продукты. Знаешь, что, как это энергетически работает? Ты живешь как бы, находясь в детской позиции, при этом ты пытаешься скомпенсировать свою якобы детскую позицию, то есть ты испытываешь чувство вины еще при этом, а чувство вины – самая низковибрационная энергия. И при этом ты, испытывая чувство вины, становишься мамой для своей мамы, потому что это мама покупает продукты для ребенка. То есть у тебя тотальный пиздец расстановочно, понимаешь? То есть ты на материи живешь с родителями, являешься ребенком, соответственно, блокируешь себя от денег. Второй момент – ты платишь родителям деньги, покупаешь им еду, хотя муж должен мамин покупать маме еду, понимаешь? То есть это, ну, ты встаешь, получается, и ты в семье становишься на месте отца. То есть расстановочно, опять же, ты в семье в своей сейчас, в которой живешь, у тебя своих 2 детей и еще 2. Я ее помню. Yeah, to take this one. No, I'm okay, I'm just... Yeah, you need this one. Yeah, okay. Вот, и понимаешь, и у тебя, короче, такая история, что ты расстановочно мама своей мамы, и у тебя, короче, бедный ты человек, у тебя 4 детей. Тебе 30 лет, у тебя 4 детей, ты все это энергетически на себе тянешь, и еще при этом, находясь в детской позиции, понимаешь, что, типа, блин, капец, вот у меня не получается заработать деньги. Ну, пока, типа, вот как бы так. И еще синдром отложенной жизни. И получается, смотри, что тебе нужно сделать, это реально взять и сказать, я взрослый человек, переехал. Блин, решись, пожалуйста, на это, ты вырастешь. Реально, решись на это, ты взрослый, тебе 30 лет. И, ну, то есть, блин, ну, жизнь будет кайфовая. И не оправдывай то, что вот есть вот так, а вот у меня дети, поэтому у меня по-другому. У тебя совершенно так же. То есть дети ничего не решают, ничего, это не меняется. Да, конечно, есть ответственность, но все окей. Поэтому снимай, пожалуйста, квартиру, пожалуйста, съезжай. Это будет ключевое действие к тому, чтобы стать богатой. И, ну, вот сейчас можешь... Что ты делаешь? Какая у тебя работа? Что, почему ты не... Что ты делаешь? Я таргетом занимаюсь.
Так, а от чего зависит, сколько ты... Смотри, у меня всегда вопрос такой к таргетологам, особенно если они хорошие. Если ты хороший таргетолог, почему ты себе не настроишь хороший таргет и не продашь что-нибудь хорошо? То есть, по сути, смотри, если ты хороший таргетолог, и если ты умеешь работать с трафиком, то ты можешь купить свечи на Wildberries и начать продавать свечи через таргет, потому что ты знаешь, как сделать офер, ты знаешь, как сделать, да, знаешь, как настроить таргет, ты знаешь, как протестировать креативы, ты знаешь, как, то есть, почему тогда ты не можешь это просто продать, понимаешь? То есть у меня всегда вопрос к таргетологам, типа, а чего ты не хочешь, на себя таргет настроить? То есть, смотри, у тебя есть умение, ты классный таргетолог, настрой это на себя. Ну и плюс вот у тебя сейчас люди пишут, что, типа, мне нужен таргет. Конечно. Ну, пишите. Пишите, конечно, Алене. И понимаешь, таргет всем на самом деле реально нужен. Но подумай еще о том, что, типа, офигеть, а я же еще могу, в общем, для себя таргет делать. Или ты можешь... Да, я вот не подумала. Да. Или еще ты можешь круче сделать, сказать, что ты таргетолог, показать, что вот ты работаешь с таргетом. Дальше показать, что вот я таргетолог, я работаю с таргетом. И дальше следующий момент, не знаю, сделать мастер-класс. И поставить таргет, то есть смотри, ты же таргетолог, бля, ты же можешь все просто. То есть ты можешь сделать себе документ, понимаешь, в который ты упакуешь все свои знания по таргету, все свои фишечки, лайфхаки, книгу, книга таргета. Сделать эту книгу таргета, сделать лендинг элементарный в тильде, элементарный, вообще можно заменный покупать. И эту книгу на таргета просто взять и поставить таргет, поняла? То есть ты, получается, и просто ее, вот чтобы она сама продавалась, все. Показать там кейсы, сказать, вот смотрите, видели как. То есть ты можешь свои услуги на таргет пустить, ты же мать трафика, понимаешь? Понимаю. Все на себя, то есть ты сейчас мыслишь как алгоритм, типа мне нужно на кого-то работать. Но прикол в том, что твоя история в том, чтобы на себя все это, на себя трафик использовать. И все у тебя бесконечные, понимаешь, бесконечные деньги. Это реально бесконечные деньги, причем очень даже стабильные, то, как ты этого хочешь, потому что у тебя будет книга, да, которая будет продаваться, ну там книга, что угодно, понимаешь? У тебя будет продаваться, ты будешь ставить на таргет, ты будешь продавать. Мир полон возможностей. Мир полон возможностей того, что ты можешь делать со своими знаниями. Но тебе нужно перестать искать безопасности и стабильности, потому что это ошибка мозга. И это очень важно. Вот. Что поняла? Рассказывай. Очень... Ты мне прям расширила сознание, потому что все-таки вот это вот... Вот это моя профессия, расширить сознание. Узко мысли... Когда ты узко мыслишь, на самом деле, и уперся только в одно, и ты такой таргет, а ты еще такая свечи Wildberries. Да все что угодно, знаешь, ты же таргет, смотри, вот, у тебя есть пример, навык. Да. У тебя есть навык, это как я могу, если я охуенный запускатор онлайн-продуктов, если я охуенно знаю, как построить личный бренд, то я могу построить личный бренд себе и запускать свои онлайн-продукты. И неважно, будут ли они по запускам, или будут ли они по личному бренду, или будут ли они по мышлению. Понимаешь? Mm-hmm. То есть вообще не важно. То есть ты можешь, вот у тебя есть навык, и ты можешь его использовать, свечи продать, фотоаппараты, все что угодно вообще. Кружки красивые. Потом поднимешься, то есть считай, там вкладываешь, да, там в таргет 20 тысяч, вытаскиваешь оттуда 200 тысяч. Такая, так, а 40 тысяч я потрачу на новый таргет. Теория яблока. Мне нашла яблоко. Продала яблоко, купила на это 2 яблока, продала 2 яблока, все. А можно вообще еще круче, можно сначала продать яблоко, потом его найти, и потом купить на эти деньги, за которые ты... То есть это вообще топ. Как все онлайн-продукты продают? Сначала продают, потом делают продукт. Ну да. Можно вообще, как начать без вложений? Найти человека, сказать, слушай, хочешь яблоко? Он такой, да, хочу.
Через 5 минут у тебя будет яблоко. При этом ты знаешь, что вот есть рынок, там яблоко стоит 5 рублей. Ты ему говоришь, ты ему на пляже говоришь, хочешь яблоко? Он говорит, хочу, капец, я вообще, я вот готов все за что угодно. Ты говоришь, 10 рублей. Ты ему говоришь, он тебе платит 10 рублей, еще нет яблока. Ты бежишь срочно в этот маркет, покупаешь яблоко за 5 рублей, приносишь ему яблоко, клиент счастлив. У тебя 10 рублей, ты в 2 раза заработала. Пошла, купила, потом 2. Уже появились яблоки, уже реальный продукт, понимаешь? То есть можно даже продать ничего. Но ты понимаешь, что вот так, вот здесь вот есть, вот это все, все сделано. Но важно, когда ты продаешь ничего, четко исполнять обязательства и делать охуенный продукт. То есть ты яблоко ему должна топовое принести. Вот. Так, все, все. Я так начинала. 0 бюджет. Хотите консультацию? Супер, платите деньги, я сделаю консультацию. Все, понимаешь? То есть тотально. Каждый, кто хочет ощущать себя в безопасности, пожалуйста, приходите на Абэмани. Потому что я вас очень четко понимаю в этом плане. Вот так вот. Классно, классно. Да. Ты очень классно, Алена. Спасибо огромное. Очень важная вещь ты подняла. Спасибо. Спасибо. Алена, вот я, пожалуйста, давай, пожалуйста, ты напишешь в чате через месяц, что ты стала богатой. Вот напишешь, Саш, я заработала 100 тысяч рублей, или Саш, я заработала 200 тысяч рублей, Саш, я переехала в квартиру, Саш, дети счастливы, все, даже первые 500 пробила. Но мне нужно, чтобы ты реально первые 500 пробила через там месяц-два. Это реально, это уже в твоем, понимаешь, в твоем поле вообще деньги зарабатывают очень легко. Но я вам показала на яблоке, вы посмотрите, продал, купил, все, в 2 раза больше цену поставил, продал. А за что мы платим? Мы платим за время. То есть смотри, как это? Это же нечестно продавать 2 раза дороже яблоко. В смысле? Хочешь купить за 5 рублей, поднимай свою жопу с пляжа, пиздуй в магазин, иди там сам эти яблоки покупай. Я тебе экономлю твое время, соответственно. Это как, знаешь, на вебинаре. Я 8 лет, вот я готовила вебинар, я 8 лет изучала, работала с богатыми, изучала богатые, прочитала там 1000 книг про богатство. И смотрите, вы можете, в принципе, 8 лет пойти пиздовать, обучаться, либо можете один раз купить Абэмани. То есть суть простая. С этим я согласна. Я же не продаю. Ничего такого, да, я сама 8 лет, короче, жила, у меня там был парень-министр, парень-сын министра, я в министерской семье жила, короче, как такая, с блокнотом записывала, так, что там они делают, а как они общаются с людьми, так, а как они, то есть прям все привычки записывала, работала с Викой портфолио, изучала там, так, а как самая богатая семья Петербурга живет, так, а какие у них привычки. Можете пройти этот путь, 8 лет работать СММщиком, в богатых семьях, все что угодно. А можете сэкономить время, но заплатить. Все, и это же что, это наебалово? Нет, мне кажется, честно. Мои 8 лет стоят 40 тысяч рублей. Вот. Так что время, ты экономишь время. Блин, кстати, охеренный триггер, потому что многие это не понимают. У многих ощущение, типа, я буду сейчас, если я купил яблоко за 5 рублей, то это яблоко стоит 5 рублей. Но нет, оно может стоить 10 рублей, если тебе для него не нужно ехать год. Да? Да. Типа время и деньги, вот эта вещь. И надо понимать, что все богатые люди покупают реально время. То есть я всегда покупаю время. То есть если мне говорят, смотри, кровать стоит $1000, и тогда мы тебе доставим ее через год. Но ты можешь заплатить $2000, и мы сами съездим в магазин, на фабрику, сами вот это все за тебя сделаем, сами, короче, все получим, и тогда кровать, но типа, это наше время, поэтому это будет стоить $2000. И я честно скажу, бля, конечно, мне сейчас нужно кровать, мне похрен, сколько это стоит. А у людей синдром самозванца, что если яблоко стоит 5 рублей, то оно почему-то должно всегда стоить 5 рублей. Да вообще похрен. Вот. Да. Спасибо тебе огромное, офигенно. Спасибо тебе большое. Очень рада. Спасибо тебе огромное. Хорошего дня тебе. Хорошего дня, спасибо. Спасибо. Так, с кого выселяйся? Это мне друзья пишут уже, куда в Майами заселяться. Я лечу в Майами, господи. Пляж, отдых. Так, ну ладно, давайте дальше. Мы Абэмани с вами будем вести из лакшери отеля в Майами. I'm so happy. Абэмани будет заряженный просто, просто заряженный. Давайте выберем Дашу Нейман. Со мной все стройнеют. Привет.
Если ты здесь, боже, это было просто топ. Я очень рада, что вам нравится, ребята. Я очень счастлива. Да, а, Диана, сори, Диана, простите, Диана. Диана Нейман, секреты стройности. Если ты здесь, пожалуйста, напиши, подними руку, и мы тебя будем разбирать. Если вам нравятся эти эфиры, пожалуйста, отмечайте меня в сторис. Для меня это очень сильно важно. Вот, напишите, пожалуйста, расскажите, пожалуйста. Ребята, вы готовы мне завтра кучу вопросиков задавать в прямом эфире? Я очень хочу, чтобы, короче, было... О, я так жду завтра, капец, 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 капец. Сколько идет об Эмане? Всего 2 недели. До Нового года у вас уже будет новая жизнь. В Новый год вы уже ступите с новой жизнью. Но вообще, в Новый год тотально все изменится. Так, ну ладно, Диана, короче, не тут. Давай дальше. Даша Семкив. А, Диана тут. Диан, а, все, я тебя вижу, все, сори, allowed to speak, Диан, все, я тебя, у меня уже все подписчики, походу, хотят тебя на обучение, спасибо, всех жду, ребята. Диана, привет, как твои дела? Привет, 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 так, я не вижу видос, так, да. Вот, все. Я вау. Привет! 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 Это привет, какой-то космос. У-ху! Намедитировала. Так, я забыла. Я намедитировала. Не. Как у тебя аккаунт называется? А, все, нашла Диана Нейман. Так, ну что, рассказывай. Как дела? Что как? Я рассказываю. Дела так. В общем, я 3 месяца валялась, не могла понять, что мне делать. Была на АБ-бренде, была на АБ-шоу в Сочи. Просто полный восторг, вау, вообще кайф. И потом начала чем-то заниматься, ну вот наша любимая тема, когда вот ты продаешь себя, да, и вот начинается от мозга. Сейчас я что-то там придумаю, и как-то вообще не шло. И вот сейчас у меня пришла новая тема, да, это про питание, про похудение, сделать очень крутое сообщество и вообще развивать такое мышление, мышление стройности, так как я сама прошла определенный сейчас путь, и мне очень хочется упаковать это все в какой-то классный результат, в классную программу и развивать вот эту тему. А какой у тебя у самой кейс? Почему мне нужно это купить? Типа, в чем экспертность? В чем экспертность? Экспертность в том, что очень многие сталкиваются с тем, что они постоянно набирают вес, переедают. Нет, эксперт, ты как эксперт, почему у меня? То есть ты там похудела на 100 килограммов или что, короче, было? Да, я похудела на 15 килограммов. Сейчас так случилось, что я набрала их снова, ну, из-за непростой такой жизненной ситуации. И я сейчас делаю такой реалити-сериал, когда я сбрасываю их снова. Кайф. Показываю... Тогда напиши это, пожалуйста, в шапке профиля. Напиши, это просто топ. Напиши, пожалуйста, в своей шапке профиля, что ты набрала, что там, ну, типа, худею в прямом эфире или что-то такое, потому что это самые популярные блоги. Да, ну, я завела, на самом деле, отдельную страничку под это все. Зачем? Вот. Зачем? Ну, потому что... Просто рассказывать в основной? Нет, просто я решила разделить, чтобы вести несколько проектов. Ну, вот почему-то мне вот это вот так привиделось. Зачем? Зачем? Ну, хрен знает. Не, ну, ты мне объясни просто логически. То есть, смотри, зачем? Ну, вот зачем вести несколько проектов? У тебя есть страница, на ней есть аудитория, она может расти. Зачем тебе нужно уходить на другую страницу? Ну, потому что эта страничка, она такая подубитая в плане... Оживи ее. У меня было 200 тысяч подписчиков. У меня было 200 тысяч подписчиков, и я за месяц оживила свою страницу. У меня она стала живая, классная. У меня было 2000 просмотров в сторис, сейчас, типа, 46-50. Да. Супер. Нет. И давай, разговаривай со мной.
И да, я просто сижу, улыбаюсь, мне кажется, это какой-то знак, потому что я очень долго сомневалась, вообще делать, не делать, надо, не надо. Охеренная тема, смотри, тема охеренная, худеть в прямом эфире охеренно. Во-первых, это большой коммитмент для тебя, потому что ты как бы об этом говоришь, потому что я, например, когда в Инстаграме сказала, чуваки, я хочу заработать на Урус, на Ламборджини Урус, хочу заработать деньги. Это сейчас я хочу на Ламборджини. Тогда я сказала на Мерседес, хочу заработать деньги. И я, когда это говорила, я такая думаю, бля, как ты заработаешь деньги? Просто как? В тот момент я никогда не зарабатывала больше, там, не знаю, 500 тысяч рублей, миллиона рублей, вот вообще никогда в жизни. Я такая, я хочу машину за 7 миллионов купить. Для меня это было просто, просто какой-то сюр, жесть. Я начала об этом рассказывать в Инстаграме, и это очень сильно меня, потому что я такая, я уже не могу слиться. Понимаешь, потому что мы любим сливаться, особенно те, кто любит скатываться в детскую позицию, ты говоришь, вот, я не знала, там, что как, ля-ля-ля. Просто, так скажи, 3 месяца была в детской позиции, наслаждалась тем, что я ребенок. Хотела, чтобы за меня все порешали. Да, и тут, смотри, вот твоя задача, понимаешь, то есть если ты четко решаешь, что ты делаешь этот проект, потому что у тебя сейчас не твердое решение в голове. Ты такая, я попробую, если получится, то буду. То есть смотри, у меня нет варианта, стану я голливудской звездой или нет. То есть нет варианта. Вопрос просто когда. То есть на 100% стану, я от этой цели вообще не отойду, 100% я это сделаю. Поэтому я могу об этом говорить, что я стану голливудской звездой, потому что это, я могу говорить, что я заработала миллиард рублей, миллиард долларов, потому что я сейчас сделала запуск, если я не сделаю на миллиард, я сделаю следующий запуск, его сделаю на миллиард. Если тот не сделаю, я еще один сделаю на миллиард, понимаешь, я не сдамся. И момент того, что... У тебя штука такая, что у тебя сейчас, такое, не твердость намерения. То есть ты сама не понимаешь. Ты сама знаешь, я же как будто бы не уверена до конца сейчас, что вот у тебя сейчас получится в прямом эфире похудеть. Вот такое, понимаешь, Даша? Нет, я в этом как раз-таки уверена. У меня просто есть вот этот страх как раз-таки вот на проявление. То есть вот с проявлением вот проблема. Да, вот это есть проблема. Ну, так ты же понимаешь, что у тебя деньги придут только когда ты будешь проявляться. Да. О, Диана, после АБ-шоу, ты переехала после АБ-шоу в Москву? Да. Да, на АБ-шоу ты сказала... Ребята, пора поднять руку и сказать, что вы сегодня решили. И я такая думаю, наверное, пора. И я говорю, все, ребята, я принимаю решение переехать в Москву. Вау. И вот я здесь. Красотка. И что, как жизнь в Москве? Лучше? Мне очень нравится в Москве, я прям кайфую. Кайфово. Очень круто. Так, и что с проявлением? Вернемся к нашим любимым вещам. С проявлением? Как-то сложно. Вот я на себе отследила такую историю, что когда мне хочется говорить про какие-то искреннее что-то, да, такое настоящее, вот я чувствую, что все, вот как-то мне вот прям горло подступает, и я не могу, вот прям тяжело. То есть я как будто бы боюсь, быть задетым, что будет? Ты боишься, что тебя осудят? Да. Почему ты боишься, что тебя осудят? Что будет, если тебя осудят? По сути-то ничего не будет. То есть я головой-то понимаю, что да, что ничего не будет. Но почему-то идет вот это вот такое сопротивление. Смотри, давай так, а что будет, если ты проявишься? Вот давай прям идеальную картинку. Вот когда ты пойдешь проявляться, да, вот когда все-таки там решишься рассказать, все-таки решишься там ля-ля-ля, что будет у тебя, когда ты проявишься, когда это станет реальностью? Что произойдет в твоей жизни? Как изменится жизнь? Давай идеальную картинку нарисуем. Идеальная картинка – это, опять-таки, когда я проявляюсь, да, это рост какой-то аудитории, это определённая популярность. Рост аудитории, то, что ты хочешь, да, больше, дальше. Это деньги, это больше денег.
больше денег. А что можно на деньги? Давай вот, ну, что на деньги можно купить? Что можно получить на деньги? Хоть что. Ну, давай примеры, примеры. Давай мы сейчас с тобой просто накидываем. Там, ты сейчас в Москве живешь, ты снимаешь квартиру? За сколько ты снимаешь квартиру? Да, я снимаю квартиру, это 50 тысяч рублей. Хочется... Вот, можно снять 500 тысяч рублей в Москве, да. Сити, охеренную хатку. Супер, давай еще закидываем, что еще? А, ну, это путешествие, это гардероб. Можно на Мальдивы полететь, да, вот сейчас в Москве холодно, а можно, короче, просто такая утром собралась, думаю, ёпта, что-то я хочу, короче, на Мальдивы полечу. Мальдивы, это прям супер. А, ну и, конечно, для там реализации тоже каких-то проектов, да, я понимаю, что это там и съемки могут быть какие-то, и там фотосессии классные, то есть... О, круто, да, то есть ты можешь, я сейчас, кстати, тоже это заметила очень интересную вещь, что вот у меня сейчас много денег, и я, короче, их все трачу, вообще мне, типа, одежду вообще неинтересно покупать. Я трачу, короче, на съемки клипов, на записи песен, на креативные всякие разные съемки вообще. Вот, ну, прям, знаешь, как будто бы мне дали ключик ко всему креативу, который я мечтала всегда создать. То есть я могу, прикинь, да, платить за любого фотографа, я могу заплатить за любого вообще человека, который мне, да, сделает идеальный там клип, который мне нравится, я могу оплатить вообще за все, что угодно, и это же про творчество, так, и ты, соответственно, за что сможешь? За креативные съемки, да, платить? Да, за идеи, потому что... Я уже накидала просто очень-очень много идей, и, ну, я понимаю, что, да, было бы классно сделать, и на это тоже нужны, ну, деньги. Деньги, да. И смелость это делать. Так, погоди, со смелостью пока рано. Деньги, так, дальше. Еще что, давай прям еще накидаем. Что деньги нам дадут вообще? Что они дадут? Ну, они дадут... Ну, опять же, безопасность, там... Не-не, давай вот прям а-ля вот деньги, вот я готова платить за это. Потому что безопасность, ты вот смотри, вот у меня есть $1 000 000. Мне куда оплатить, чтобы безопасность пришла? То есть это куда платить, скажите? Мне куда платить, чтобы любовь пришла? Куда заплатить, чтобы безопасность пришла? Это ни хера, деньги не помогут. За безопасностью на обмане. Потому что деньги, я вам говорю, вот у вас... Вот у меня $1 000 000, мне куда, в какую кассу оплатить, кому перевести, чтобы безопасность пришла? Вот просто вы говорите, мне деньги дадут безопасность. Вот смотрите, вот у меня есть $1 000 000. Я, например, испугалась бомжа на улице в Лос-Анджелесе. Мне кому $1 000 000 заплатить, чтобы я не боялась бомжа в Лос-Анджелесе? Деньги вообще никак не помогут. Понимаешь? Вот это самое большое осознание, что на самом деле, реально, когда вы... Ну, то есть у вас есть ощущение вот этого вот небезопасности, деньги вообще никак не помогут. Ну да, можно обложиться заборами, нанять секьюрити, там машины бронированные, еще что-то. Это безопасности вообще не даст. Вы себя под всеми этими секьюрити будете чувствовать в безопасности. У меня есть очень клиенты богатые, которые... ну, прям миллиардеры, которые всегда с секьюрити приезжают, которые на звонках через пять, то есть звонят с неизвестным, знаете, когда на айфоне высвечивается неизвестный номер, звонят вот так, и они просто все вот такие, понимаешь? Просто у меня там упала свеча, они все трясутся, типа, что это? То есть это не даст безопасности. Кстати, я никогда не закрываю дверь на ключ, и никогда не закрываю машину. Ну, очень редко закрываю машину. Прям очень редко закрываю машину. Потому что я в безопасности. В моем мире я в безопасности тотально. Так, ну что, и смотри, и вот мы с тобой представили, да, что вот ты можешь на все съемки платить, что ты можешь... в охеренной квартире в Москве-Сити жить, что ты можешь творчеством заниматься, что ты можешь вообще вот все что угодно, захотела на Мальдивы, полетела на Мальдивы, что ты можешь в закрытые всякие клубы крутые приходить, у тебя будут там люди, да, такого же, ты там можешь заплатить $1 000 000 за обучение, и у тебя будут люди, которые тоже заплатили, и у тебя окружение будет охеренное, понимаешь, да, то есть лучшее окружение просто будет.
И получается, что вот у тебя все это есть, а момент просто один. То есть получается, смотри, ты вот все это не получаешь просто потому, что ты вот из-за твоего страха. И получается, что ты никогда это ничего не получишь, если ты просто вот эту вот вещь не про, ну как бы с этой, в эту вещь не пойдешь, понимаешь? И получается, что каждый раз, когда ты возвращаешься в то, что «ой, мне страшно», «ой, я что-то там боюсь», «ой, мне страшно выложить сторис», ты просто понимай, либо сейчас мне там какой-то пиздюк напишет, что у меня вчера написали, а что у тебя столько денег, а ты ринопластику не сделаешь? Я такая думаю, блядь, почитай этот комментарий своего дома за 10 миллионов на Беверли Хиллз. То есть, понимаешь, мне настолько похуй, потому что у меня четко всегда перед головой мои дома, мои небоскребы. Вот у меня сейчас на карте желаний 66 миллионов долларов пентхаус рядом с Централ Парком. И когда от меня какой-то пиздюк говорит, у тебя там ты не так говоришь, у тебя там не так, у тебя не такой нос, ты не так выглядишь, ты там пожирнела, ты там еще что-то. Я сразу представляю себя в небоскребе в Москве, в Нью-Йорке, и это моя собственность, и я голливудская звезда, и я такая думаю, понимаешь? То есть в этот момент, когда тебе кто-то что-то говорит, или кто-то что-то пишет, или кто-то что-то тебе вообще говорит, ты просто перемещаешься и смотришь на эту ситуацию от человека, который вот в твоем случае, да, самое ближайшее, живет в Москве-Сити, ходит с лучшими друзьями, общается, и летает на Мальдивы. То есть, понимаешь, приятно читать хейтерские комменты на Мальдивах. Ну, приятно, понимаешь? То есть, ну реально, ну заебись, лежишь на Мальдивах с подружками или там с мужчиной любимым, читаешь комменты на Мальдивах и думаешь, ёпта, да и похрен. Понимаешь? Да. А ты фокусируешься вот на этих, ну то есть хейтеры всегда останутся. И они всегда, но самое интересное, что они тебе потом будут писать, ой, а ты все-таки, а ты на Мальдивы полетела? Вот, все-таки работает денежное мышление. Ладно, я на курс на твой записалась. Они на самом деле, это смотри, ты триггеришь, вот я, например, триггерю просто миллионы людей. То есть реально, я своей проявленностью триггерю миллионы людей, но это их проблемы, потому что это то, что они в себе не проявляют. И почему, и самый прикол, что я их триггерю всех, а они потом на АБМАНе приходят, потому что они в какой-то момент допирают, что это их внутренний триггер, и они потом приходят ко мне учиться, потому что они признают, что, блядь, да, она что-то знает, короче, что я не знаю. Все. Как реагировать на завистников? Представлять себя в своем доме за 10 миллионов долларов на Беверли-Хиллз. Там вам вообще посрать. Вам там, их вообще там не существует в вашем поле, понимаете? Их там вообще нет. То есть вот вы, вот мне вообще посрать, хейтер, не хейтер. Вот у меня сегодня в Голливуде премьера моего сериала вечером. У меня придут блогеры, миллионники, просто пиздец. Я просто такая, так, нам нужно заказать вкусной еды. Моя помощница говорит, $1000. Я говорю, да, блядь, вообще, типа, похрен. Я хочу вкусно пожрать с друзьями. Заказывай, неси. Машину для попкорна хочу. Давай, СМИ, пожалуйста, можно? Давайте СМИ, все, охеренно. Понимаешь? Мне похрен на хейтеров, потому что у меня есть мои друзья, с которыми мы тусуемся в Голливуде. У меня, я сегодня презентую свой сериал в Голливуде, в кинотеатре. Правда? Вы правда считаете, что мне что-то вообще, если вы мне скажете, что у меня с носом что-то не так, то, блядь, ребята, увидимся на обложке Vogue. Да, вы знаете, то же самое, понимаешь? Да, наверное, здесь еще, ну, не там хейтеры, это как бы одно, да, наверное, больше вот именно парит то, что вот ты делаешь какой-то продукт вроде классный, и есть вот этот вот страх, сомнение, что он никому не нужен, или его не купят, или что я не смогу его продать, или что я не смогу его как-то правильно, ну, вот донести смысл, да, до людей, что это классно, что это... Смотри, мне, чтобы донести смысл об Эмане, смотри, единственное, что, как тебе можно... понять, что людям это нужно, это поговорить с людьми. То есть, вот смотри, вот я тебе сегодня сейчас говорю, смотри, мышление похудения охеренно. То есть, как думают худые люди, охеренно, возьми, изучи, реалити-шоу сделай, изучи, знаешь, вот эти вот есть, ты, если методолог, возьми, изучи, короче, вот этих всех, знаешь, есть худые ведьмы, которые худые, типа жрут все подряд и при этом худые просто как сучки.
Ненавижу их. Возьми и изучи у них, понимаешь? Просто возьми и проживи с ними день. Но и посмотри. Это то, что я делаю сейчас. Конечно, и рассказывай это. И рассказывай это. Смотрите, возьми интервью у всех этих худых сучек. И скажи: так, дорогая, погоди, давай разберемся. Все-таки на методологии-то как оно работает? И ты, а оказывается, что она не жрет полдня, потому что она забыла. Оказывается, что у нее порция вот такая. Она такая: нет, я ем все подряд. Оказывается, что это у нее установка, я ем все подряд. А у другого установка, я ем и толстею. А у нее установка, я ем и худею. И, соответственно, офигеть, суть просто поменять мышление. Да. И, конечно, это безумно важный продукт, но тебе нужно самой быть исследователем и самой этот продукт изучать, и самой рассказывать, что типа вот, смотрите, как интересно, смотрите, как прикольно. И с этими людьми брать интервью и общаться с ними, понимаешь? Да, я очень хочу интервью делать. Так делай, наслаждайся, смотри, выходи в прямые эфиры, общайся с людьми, как понять, как продать людям. Мне потребовалось, сегодня какой 22-й день, мне потребовалось 22 дня, чтобы на 100% пиздец понять, что миллиарду человек нужно обмануть и знать, как это им донести. Мне нужно было 20 дней с вами общаться, чтобы вообще понять, чтобы стать внутри, понимаешь, тотально уверенной, потому что я прошлые запуски делала, типа, блин, обмануть охуенный, а вот как донести людям, я не понимаю. Все думают, что это медитации, а это вообще не медитации. Типа, медитация – это просто, чтобы расслабить мозг. И дальше, и, короче, я такая, не понимаю, блин, не понимаю, как. Все, хоп, мне потребовалось просто 22 дня, понимаешь, прямых эфиров каждый день, чтобы понять. Но заметь, я в этих прямых эфирах, я не думаю, как я выгляжу, я не думаю, как я говорю, я не думаю, я тотально в тебе. И все, что я сейчас пытаюсь сделать, тотально тебе помочь, чтобы что-то в твоей голове изменилось. Это все, что я делаю сейчас. Я ничего такого не делаю, понимаешь? Да, вот. Я благодарю твои эфиры. На самом деле, я когда начала смотреть твои эфиры, я прям начала заряжаться, потому что у меня до этого была прям очень сильная... Поэтому люди ходят на АБ-мани по третьему кругу. Потому что, ну и ты помнишь там, ну, типа, это когда на АБ-бренде была? На АБ-бренде в апрель-май. Ну, апрель-май. Просто поэтому люди ходят и подсаживаются на АБ-мане, потому что энергетика, понимаешь? Типа они приходят такие: о, бля, все, погнали. Вот, поэтому, конечно, блин, все зашибись. Давай энергию поднимаем, раскачиваем. Все круто, ты молодец, красотка. Твоя тема очень важна, ты очень нужна. Ну, это правда. В смысле, я не буду, ты знаешь, я вот это вот... Это не моя тема. Получится. Все. Пожалуйста, не надо уходить, не надо скрываться в эти другие аккаунты. Вот смотри, ты это делаешь... Показывая это в том аккаунте, в котором ты есть. Понимаешь? Показывай это там, где ты есть, потому что это твоя часть жизни. Ты знаешь, как я бы сейчас для книги отдельный аккаунт создала, для АБ-мани отдельный аккаунт создала, для, там, не знаю, линии еще чего-то создала отдельный аккаунт, для моих консультаций отдельный аккаунт, для моих инвестиций отдельный аккаунт. Нахер? Я есть я одна. Это же в тебе помещается все. Супер, если это в тебе помещается, значит, и в твоем аккаунте поместится. Но всегда думай, чтобы людям было понятно. Вот. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Благодарю тебя. Спасибо. Пока-пока. Так, ребята, ну что, как вам сегодняшний эфир? Как вам то, что было сегодня? Завтра, пожалуйста, все приходите на шоу, приходите, это будет потрясающе, это будет очень круто, будет просто бомба, посмотрим с вами премьеру в Голливуде. Я вас очень сильно люблю, эфир лютый топ. Спасибо, ребята, ой, я прям сторику сниму. Спасибо огромное. Топ, люблю, классно, ждем шоу завтра. Спасибо огромное. Ура! 22-й день эфиров. О май гад, 22-й день эфиров подряд. Разъеб. Спасибо огромное. Встречаемся завтра. У меня будет 8 утра, ребята, 8 утра. У меня в 6 утра уже будет визажист.
Я буду после сегодняшней премьеры. Смотрите сегодня сторис, покажу вам много всего классного. Короче, жизнь такой кайф. Я очень сильно вас люблю. Увидимся с вами завтра. Увидимся в сторис, увидимся на Бэмани. Прекрасного вам вечера, утра, обеда и прекрасного настоящего момента. Пока-пока!